Россию и Беларусь связывают особые отношения, основанные на традициях дружбы, общей культурной, гуманитарной, экономической составляющей. О развитии взаимовыгодного партнерства на официальной встрече говорили глава области Юрий Шулейко и генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев. Внешнеторговое сотрудничество Брестской области уже налажено с 77 регионами Российской Федерации. На российский рынок в основном поставляются молочная и мясная продукция, рыба, овощи. Но регион имеет сильные позиции и в машиностроении, текстильном производстве, деревообработке, строительной сфере, туризме, санаторно-курортном оздоровлении. Поэтому точек соприкосновения для развития двустороннего сотрудничества немало. Я смотрю с оптимизмом на развитие этих межрегиональных связей, тем более, что потенциал Республики Беларусь предприятий знаковых достаточно высокий. Продукция белорусских предприятий и из Бреста, в частности, востребована во многих регионах России. И этот процесс сотрудничества будет, конечно, продолжаться. Со своей стороны, в качестве генерального консула, я приложу максимум усилий для того, чтобы эти контакты развивались, чтобы они были эффективными и плодотворными. Дипломаты обменялись мнениями о развитии двусторонних белорусско-российских отношений, в том числе культурных. Олег Мурашев поделился приятными впечатлениями от посещения Краеведческого музея и фестиваля «Берестецкие сани», а также пообещал оказать поддержку фестивалю оркестров, запланированным на 2023 год. Диана Мищук, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».